Время новостей на Первом Утищинском. В студии Анна Смирнова. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о событиях этого дня. Коротко о главном. Самострой ликвидируют в сельских поселениях. Как собственники обхитрили закон в этот раз? Данные постройки были возведены вопреки требованиям градостроительного кодекса, без разрешения на строительство и без акта ввода в эксплуатацию. Единый день сбора гуманитарной помощи состоялся в округе в рамках губернаторского проекта «Неделя добра». Откликаемся на каждую возможную такую акцию и делаем сбор всем коллективам, узнаем, что непосредственно востребовано. В России продолжают устанавливать имена героев, которые погибли в ходе Великой Отечественной войны. Более 700 человек приняли участие в вахте памяти. У нас есть, по крайней мере, хотя бы вот одна фотография и карточка из лагеря. Больше ничего. Это единственное, что осталось. Космические технологии. Пилотная сборка портативных колонок «Гагарин» стартовала на Мытищинском заводе. На динамик подается специальный звуковой сигнал, скользящий тон, и он позволяет услышать сразу какие-нибудь призвуки, если динамики есть дефекты. Обязательно к посещению. Выставка художницы Марины Любимовой о путешествиях по миру и родной стране открылась в галерее искусств. Я вообще всегда говорю про свои выставки, что это выставки путешествия. Для того, чтобы показать, где я была, и людям показать там, где они не были. А теперь подробнее. 7 школ и 3 детских сада планируют открыть в Мытищах в новом учебном году. Среди них дошкольные учреждения на улице Колпакова, ход строительства которого проинспектировала рабочая группа администрации. Готовность объекта на сегодняшний день 97%. Также комиссия проверила возведение школы на улице Мира. Все ли идет по плану, расскажем прямо сейчас. Двухэтажное здание в минималистичном стиле стало украшением 17-го микрорайона. Это долгожданный детский сад на 250 мест, возведение которого вышло уже на финишную прямую. Строительная готовность составляет 97%. Ход работ на объекте проверяет контрольная группа администрации округа. Подрядчик докладывает, чтобы открыть дошкольное учреждение согласно графику, здесь трудится более 50 человек. Больше всего работы идут по сборке и расстановке мебели. И на кухне расставляем оборудование, подключаем, пусконаладочные работы в том числе производим. Рабочие поставили задачу закончить все основные работы на объекте к концу этого года. Обвести детский сад в эксплуатацию планируется уже в начале лета. На сегодняшний день идет активное благоустройство. Впереди обустройство парковки и подходов к зданию. Видно, что работа большая сделана, но непонятно, что только снег сошел. Вопросов нет, поэтому пока мы на паузу ставим, а в конце апреля промежуточный. Все, договорились. Продолжается и строительство школы на 1100 мест, которые находятся на улице Мира. Объект остается под пристальным вниманием администрации округа. Прослеживается положительная динамика. До конца месяца подрядчик обещает завершить монолитные работы и приступить к отделке. Вот так образовательное учреждение будет выглядеть согласно проекту. Современное трехэтажное здание с большим внутренним двором. С 15 мая здесь начнется благоустройство территории. Школа распахнет свои двери в этом году. Анна Смирнова, Первомытищинский. От строительства переходим к сносу. Борьба с нелегальными постройками в округе продолжается. На этот раз в центре внимания объекты в деревне Нагорное. Под видом детского реабилитационного центра там построили офис, общежитие и баню. Три здания решением суда были признаны незаконными. Был назначен и срок для их демонтажа собственникам. Но владельцы участка на кардинальные меры не решились. Тогда к решению вопроса подключилась администрация округа. Еще несколько дней назад в этом здании в поселке Нагорное располагался офис одной из частных компаний. На первый взгляд, ничем не примечательная история, но не все так просто. Как оказалось, владельцы участка под видом детского реабилитационного центра построили здесь несколько сооружений. Общежитие, где проживали иностранные граждане, и столовую. Данные постройки были возведены вопреки требованиям градостроительного кодекса, без разрешения на строительство и без акта ввода в эксплуатацию. Кроме того, проектная документация на данные объекты не разрабатывалась и не утверждалась. Это является прямым нарушением законодательства. Более того, участок находится на землях рекреационного назначения. По правилам, здесь должны располагаться объекты туризма или отдыха. Но на деле собственники осуществляли иную предпринимательскую деятельность.
Как мы видим, нет ни гостиниц, ни объектов санитарно-курортного лечения и отдыха, ни организаций, осуществляющих туроператорскую или турагентскую деятельность. 2 года назад суд признал эти объекты самостроями и обязал собственника произвести демонтаж. Однако владельцы предприятий требования проигнорировали. Тогда к решению вопроса подключилась окружная администрация. При неисполнении судебного акта в установленный срок предоставить администрации городского округа право осуществить снос самовольных построек. Времени на самостоятельный демонтаж было предостаточно, поэтому вынуждены ликвидации не избежать. Из общежития рабочие успели вынести кровати, тумбы, матрасы. Из офиса – технику и мебель. После чего 3 объекта были демонтированы за несколько часов. А ведь таких последствий всегда можно избежать. Для этого нужно использовать земельный участок по назначению и строить объекты с разрешительными документами, выданными уполномоченными органами. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Далее о поддержке наших военнослужащих. Более 5000 тонн гуманитарного груза отправили бойцам СВО и жителям новых территорий из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Накануне губернаторскому проекту исполнилось 2 года. В честь этого по всему региону состоялся единый день сбора помощи. Мытищи не стали исключением. Жители приносили предметы первой необходимости в молодежный центр «Импульс». Репортаж с места событий. С самого утра люди приходят в молодежный центр «Импульс». Это один из основных пунктов сбора гуманитарной помощи. Он функционирует на постоянной основе и в единый день помощи участникам СВО особенно активно. Это событие напрямую связано с проектом «Доброе дело», который реализуется при поддержке главы Подмосковья Андрея Воробьева. На территории Московской области открыто 191 пункт приема гуманитарной помощи. В целом ежедневно на территории Московской области открыто 81 пункт, которые работают на постоянной основе. За 2 года существования проекта 5500 тонн гуманитарной помощи отправили из Московской области бойцам на передовую и жителям присоединенных территорий. Большую лепту внесли мытищинцы. В этот день многие стали активными участниками «Доброго дела». Среди них руководитель спортивной школы Олимпийского резерва по баскетболу Алексей Годзинский. Мы откликаемся, да, на каждую возможную такую акцию, да, и делаем сбор всем коллективам, узнаем, что непосредственно востребовано. Мы будем помогать своей стране, да, потому что, чтобы люди знали, что тыл у них всегда закрыт, и по-любому победа будет за нами. Не остались в стороне и представители молодежи. О том, как важно помогать, знают студенты Московского кооперативного техникума. В наше время, я считаю, всем нужна помощь. Все мы люди, всем нам нужна поддержка, моральная, физическая, финансовая даже иногда. У меня есть знакомые оттуда, поддерживаю с ними связь. Люди несли продукты питания долгого хранения, одежду, предметы первой необходимости. После акции весь груз отправится в региональный распределительный центр, а уже оттуда на Донбасс. Анна Смирнова, Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Открытие поискового сезона «Вахта памяти 2024» состоялось на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Десятки лет волонтеры со всей России участвуют в раскопках и устанавливают имена героев, которые погибли в ходе Второй мировой войны. В числе участников мероприятия более 700 активистов патриотических объединений Подмосковья, в том числе и из Мытищ. Алексей Попов продолжит. Возложить цветы к памятнику неизвестному солдату на военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» пришли сотни людей со всех уголков России. В этот особый день открывается новый поисковый сезон. Участники патриотических объединений восстанавливают имена и историю тех, кто пал, сражаясь за нашу Родину. Для кого-то это единственная возможность узнать судьбу своих родственников, пропавших без вести в страшные годы сражений. Мы узнали, что наш без вести пропавший дедушка в 1942 году попал в плен в Керчи и умер потом в лагере. Но у нас есть, по крайней мере, хотя бы вот одна фотография и карточка из лагеря. Больше ничего. Это единственное, что осталось. В поисковых отрядах Московской области трудится свыше 3000 человек. В местах сражения Великой Отечественной войны в Подмосковье были найдены и с почестями захоронены останки 210 человек. Имена 48 защитников Родины удалось восстановить. Мы понимаем, что это очень важная работа. Мы видели лица тех родных, ребята, которых нашли исторический след их деда, родных, близких. Это очень важная работа, особенно сейчас, в непростое время для нашей страны. Работы по увековечению памяти героев ведутся по всей стране. И за долгие годы благое дело приносит достойные результаты. Установлены
2,5 миллиона имен людей, числившихся пропавших без вести. Ежегодно по результатам работы поисковых экспедиций 20 тысяч человек поднимаются. Из них где-то 5-7 тысяч устанавливается поименно. В поисковом движении участвуют представители разного возраста, но в основном волонтерские объединения состоят из студентов. Нашли более 80 останков. Как раз это были люди из психиатрической больницы обычные, которых расстреляли немцы в годы Великой Отечественной войны. Молодое поколение чтит подвиг героев тех страшных событий, с которыми столкнулась наша страна. И пока есть преемственность, будет и память, и никто не будет забыт. Алексей Попов, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский. Мы вернемся к вам после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Выпуск. Космические технологии в Мытищах. Пилотная сборка портативных колонок «Гагарин» стартовала на местном заводе. Разрешение на использование фамилии Юрия Алексеевича дали его дочери. До этого музыкальное устройство изготавливалось в Китае и успешно реализовалось на российском рынке. Но теперь его будут создавать у нас в округе. С этапами производства гаджета познакомился наш корреспондент. Красный провод перекушен. Этим символическим знаком на новом мытищинском предприятии запускают пилотную сборку портативных колонок «Гагарин». Всего музыкальное устройство представлено в 4 видах. 3 из них уже реализованы на рынке. При включении гаджет оповещает о начале своей работы с записью голоса Юрия Гагарина, а именно крылатой фразой «Поехали». Перед соединением все детали по отдельности проходят проверку на брак. На динамик подается специальный звуковой сигнал, скользящий тон, и он позволяет услышать сразу какие-нибудь призвуки, если динамики есть дефекты. Дефектов нет. Начало сборки этой продукции на Гагарин-Уралзаводе – знаковое событие для Мытищ. Крупные предприятия формируют бюджет округа и создают новые рабочие места. Сейчас здесь трудится более 100 специалистов. И по мере развития компании эта цифра будет расти. Спасибо вам большое за вашу деятельность. Желаю вам больших успехов в будущем. Очень рада, что на территории города Мытищи вы начинаете вот такое вот производство. Всегда готова вам помогать. Портативные колонки собирают вручную. Сначала в ее корпус устанавливается центральная плата с процессором, так называемые мозги. В будущем они будут управлять музыкальным гаджетом. Следом закрепляются аккумулятор и акустическая система, и устройство готово к использованию. В случае сборки ручной мы имеем возможность каждую деталь собрать особенно тщательно, когда человек вкладывает в свою работу не только умение, но и любовь к своему делу. Своей главной задачей представители компании называют возрождение промышленного производства в России. Если все пойдет нормально и будет экономика, то здесь будет выпускаться до 500 тысяч в год таких устройств. А сейчас мы вот такую делаем, то есть пробный прогон этой сборки, да, чтобы понять, сколько времени затрачивается, сколько денег тратится, реально это или нет. Но уже сейчас можно сказать, что реально. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. У компании с названием «Гагарин» есть все шансы покорить неизведанные высоты. Алексей Попов, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.
К дорожной тематике. 6 нетрезвых водителей мытищинские полицейские привлекли к ответственности за прошлые выходные. Среди них как те, кто управлял транспортным средством в состоянии опьянения, так и те, кто отказался пройти медицинское освидетельствование. Сотрудники госавтоинспекции утверждают, что самые тяжкие аварии на дорогах совершают именно нетрезвые автовладельцы. Сергей Берзин расскажет, как можно остановить печальную статистику. Опытные сотрудники госавтоинспекции хорошо знают повадки нетрезвых водителей, как они стараются быть незамеченными или, наоборот, летят сломя голову, пересекая дорогу из ряда в ряд. В вечернее время и в выходные дни нарушений заметно больше. К сожалению, ежегодно на дорогах городского округа выявляются более 500 подобных случаев. Не стал исключением и последний рейд. Управление транспортным средством в состоянии опьянения – наиболее тяжкий вид правонарушений и нарушений правил дорожного движения, который влечет за собой наиболее тяжкие последствия. Кроме этого, автоинспекторы привлекли к административной ответственности 4 водителей, управляющих транспортными средствами, не имея водительского удостоверения. Многие отказываются проходить медицинское освидетельствование, что не освобождает от фактического признания вины и соответствующего наказания. Каждую трагедию лучше предупредить, чем пережить ее последствия. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. По фактам совершения правонарушений вы можете обратиться по телефону доверия МВД России по Московской области. Сергей Берзин, 1 Мытищинский. С Россией бог, пусть каждый знает. Межрегиональный турнир по фланкировке шашкой с таким названием прошел в Мытищах в минувшие выходные. Участникам необходимо было продемонстрировать свое мастерство владения холодным оружием, а также ловкость и силу. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий, независимо от возраста и физической подготовки. Как прошли показательные выступления, расскажут мои коллеги. Фланкировка шашкой – это древнее искусство владения холодным оружием. Казачий танец с саблей удивляет и завораживает своей красотой и сложностью. Занимаюсь этим, потому что мне всегда была интересна культура казачества, их традиции. Поэтому я решила попробовать все фланкировки в нашем центре. Это дело меня очень зацепило. Я продолжаю заниматься этим по сей день и буду заниматься дальше. Танец получится спокойным и красивым, если довериться оружию и подстроиться под амплитуду его движения. Так считают участники межрегионального турнира. Он прошел в Мытищинской школе номер 27. Инициатором выступил первый атаман Мытищинского хуторского казачьего общества Ким Юрушко. Овладение казачьим начинается именно с молодых, с ребят, с малых. И пусть они немножко не совсем четко выполняют приемы, но главное их старание, их желание. Вот отсюда начинается наша молодость, и отсюда у них начинается патриотизм. География участников турнира обширна. В Мытищи приехали ребята из многих подмосковных городов, а также из Тюмени, Свердловской области и юга России. Они продемонстрировали свое мастерство и умение. По завершении мероприятия все победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, 1 Мытищинский. Далее о новостях культуры. Уникальная выставка картин мытищинского художника Марины Любимовой открылась в галерее искусств. Все произведения мастера выполнены в технике масляной пастели и представляют собой калейдоскоп путешествий по миру и родной стране. География обширна – от севера до южных берегов Крыма и Адриатического моря. На экспозиции побывала и наша съемочная команда. У Марины Любимовой много друзей и знакомых. Ее ценит не одно поколение выпускников школы имени Кольченко, где она была директором без малого 10 лет. Но главное ее увлечение – открытие миров. Я вообще как бы всегда говорю про свои выставки, что это выставки путешествия. Для того, чтобы показать, где я была, и людям показать там, где они не были. На берегу моря уже характер меняется, и все становится таким очень серьезным, очень где-то, с одной стороны, суровым, но до тех пор, пока не выглянуло солнце. В своих работах Марина рассказывает о путешествиях
и позволяет зрителю окунуться в атмосферу тех мест, которые посетила. Таким образом, художница создает своего рода виртуальный тур по самым красивым уголкам нашей планеты. Хочется увидеть вот именно какую-то свободу, свободу для глаз, для души, окунуться, знаете, в какую-то чистоту и тишину. В каждом ее городском пейзаже обязательно стоит церковь. К церкви ведут дороги и тропы. Это мир Марины Любимовой. Здесь на выставке можно увидеть и милую сердцу автора уголки родных мест. Город Мытищи с его уютными двориками, бульварами, храмами и город детства Сергиев Посад. Посетить выставку можно до 5 мая в городской галерее искусств. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский. И в завершение о том, как прошли выходные в Парке мира. Необычная интерактивная программа «Игры народов России» состоялась в лучших национальных традициях. Гости праздника погрузились в мир богатырских приключений. Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович показали спектакль и концертную программу. Начинаем представление всем на удивление! Не ради денег, не ради славы, а ради шуток и ради забавы! Перенестись в необыкновенную атмосферу традиционных русских гуляний, узнать о национальных обрядах и почувствовать праздник широкой души смогли жители и гости округа, которые пришли в Парк мира на развлекательную программу «Игры народов России». Мы должны гордиться нашими традициями, обычаями. И в этом году мы внедряем очень много наших культурных кодов, потому что это правильно. Потому что люди должны знать, что у нас в городском округе, что у нас происходит, какие у нас есть культурные традиции. Кто не знает трех богатырей из картины русского художника Виктора Васнецова, Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца? В этот день знаменитые русские воины стали главными персонажами мероприятия. Илья Муромец, знаменитый наш богатырь! Герой былин, в котором воплотились сила и героизм. Богатыри погрузили гостей в мир старинных русских игр. Мытищинцы участвовали в эстафетах с коромыслом, в боях с подушками на бревне, играли в лапту и водили хороводы. А еще горожане смогли попробовать вкусные блины, приготовленные в русской печи. Екатерина Шарыпова, Первый Мытищинский. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Напоминаю, смотреть наши новости можно в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. До свидания. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы. МВД предупреждает. Это мошенники. Телефонные аферисты придумали новую схему обмана. Они заставляют своих жертв прятаться, а затем требуют выкупа у их близких. Как это работает?
Здравствуйте. Это Мария Петровна? Да. А кто говорит? Старший следователь Зуйков. К нам поступила информация, что за вами следят преступники. Боже мой, ну зачем? Планируют похищение, чтобы завладеть вашей квартирой. Как же так? Что же мне делать? Слушайте внимательно. Мы идем по следу преступников. С вашей помощью мы их обезвредим. Но у нас очень мало времени. Никому не сообщайте о нашем разговоре. А дочери можно? Я же сказал, никому. Соберите вещи на 3 дня и отправляйтесь в безопасное место, которое я вам назову. По пути избавьтесь от телефона. Купите в магазине новый аппарат, новую сим-карту и перезвоните мне. И что же будет дальше? Аферисты заселят жертву в мотель, убедят несколько дней ни с кем не вступать в контакт, якобы пока преступники не будут пойманы. А в это время... Это Наталья Сергеевна? Да. Ваша мать находится у нас. Если хотите получить ее живой, заплатите 2 миллиона рублей. Будьте бдительны. Это новый вид телефонных мошенничеств. Так называемое похищение. Преступная многоходовка, когда обманывают сразу 2. Одного убеждают спрятаться, а другого, что его родственник похищен. Кто в зоне риска? На удочку преступников может попасть любой. Но самая уязвимая категория потенциальных жертв – пожилые люди. Запомните, задача аферистов – напугать, заставить человека действовать вопреки здравому смыслу, руководствоваться эмоциями, самое сильное из которых – страх. Что делать? Не доверяйте телефонным незнакомцам, кем бы они ни представились. Никогда не следуйте инструкциям неизвестных, полученным по телефону. Позвоните близким и расскажите о случившемся. Именно они чаще всего ломают планы злоумышленникам. Не становитесь легкой жертвой аферистов. Если боитесь, что близкого человека похитили, немедленно звоните в полицию. МВД предупреждает. Это мошенники. Продолжение следует. Каждый день мы в своей жизни делаем множество щелчков. И даже не замечаем этого. Дома, на работе. Где бы мы ни были. Все эти щелчки объединяет одно. Для того, чтобы их сделать, нам не нужно прилагать практически никаких усилий. Но есть один щелчок, который способен спасти вашу жизнь. Один щелчок спасает жизнь. В школу всегда иди по тротуару, даже во дворе. Пересекай дорогу только по переходу. Не перебегай дорогу в неположенном месте, даже если хочется сократить путь. Никогда не ходи через пустыри, гаражи и стройки. Всегда иди одним и тем же маршрутом, и дорога в школу будет безопасной. Сколько?